Презентация книги режиссера Светланы Лапшиной «Театр на земле Одинцовской» состоится в историко-краеведческом музее 16 февраля в 16 часов. Книга посвящена истории дачных театров 19-20 веков, устроителям этих театров и их семьям. В издании собраны редкие сведения и фотографии из личных архивов коренных жителей Немчиновки, Баковки, фонда историко-краеведческого Одинцовского городского музея. Автор надеется, что многие факты и события, описанные в книге, оживят воспоминания у Одинцовской старожилов, а молодежи дадут повод гордиться замечательным прошлым родного города.